Всем привет, ребятки! Вы попали на мой канал. Я вас рада видеть. И в этом видео я поиграю две мои самодельные игры в кальмара с моей мамой. Тут у нас с вами будет игра «Стеклянный мост» и еще одна. Перетягивание каната. Итак, вначале надо выбрать персонажа. Тут есть такие два. За кого мама хочешь играть? Вот этот. Хорошо, я за вот этого. И чтобы узнать, кто ходит первым, надо поканаться на Цуефа. Давай. Цуефа. Цуефа. Я первая. Так, я думаю походить вот сюда вот. Так, переворачиваем и смотрим. Да, я выжила. Так, дальше я хочу вот сюда. Посерединке походить. Ой, 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 я ухожу назад. Давай, мама, ходи куда хочешь. Так, смотрим. Посерединке. Ой, 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 не повезло. Так, я хочу посерединке, не знаю почему. Мне не повезло. Прыг-скок! Так, смотрим. Нет, моей маме тоже опять не повезло, что ж такое. Так, прыгаем. Я хочу опять посерединке. О, да, мне повезло. Дальше я хочу сюда. Битва экстрасенсов. О, дальше я хочу сюда, я хотела посерединке. Ладно, давайте сюда походим. Так, смотрим. Да, я же говорю, надо было походить посерединке. Давай, мама, куда ты хочешь? Это выигрыш, наверное. Мяу-мяу-мяу-мяу. И да, моя мама выбрала. Оле, 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 оле. Пик, 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 пик. Ну а сейчас мы будем играть в перетягивание каната. Я уже приготовила игру. Вот моя команда, вот команда моей мамы. Итак, достаем доминошки. А сейчас нам их надо перемешать. Итак, по 7. Не, давайте по 6 будем раздавать. 3, 4, 5, 6. А это у нас будет банк. Он будет лежать вот тут. Мы также еще заранее с мамой договорились, то, что у кого будет больше двойных, тот ходит первым. Так, у меня одна, у меня две, у меня три двойных. У меня две. Значит, я хожу. Так, я похожу вот этим. Так, я похожу. Сейчас вы это будете все видеть в таймлапсе. Вот мы с мамой доиграли, и у нас получилась рыба. У меня осталось две доминошки, а у моей мамы три. И в итоге, значит, выиграла я. Потому что у меня меньше доминошек. И поскольку я выиграла, мне надо вытащить бумажку. Я хочу вот эту вот самую первую. И у меня тут единичка, значит, на одного я перетягиваю соперника. Вот так вот, на одного человечка. И сейчас надо с мамой сыграть много раундов до тех пор, пока я либо всех ее не перетяну, либо же она моих. И по итогам нашей игры победила моя мама. Надеюсь, то, что вам это видео понравилось, и вы мне поставите лайк. А также еще моей маме. Ну а с вами была Ярина и моя мама. Пока-пока всем. Да, всем пока-пока. Я вас люблю.